Мэр Анапы прошел по обновленной улице Гоголя и оценил качество работы предприятия «Ремстроя», которые ему отчитываются на планерных совещаниях. Юрий Поляков отметил, что прогулочный бульвар получил новую жизнь, но надо добавить зелени и, конечно, установить лавочки для отдыха. Едва глава Анапы ступил на бульвар, местные жители высказали градоначальнику пожелание – не хватает лавочек. До сезона поставим, 6 штук поставим на каждом пролете. Дай Бог вам здоровья, благополучия. Спасибо. Мы верим вам. Вот хорошо, что мы вас встретили. Хорошо, да. Спасибо вам. Да ну не за что. Заранее говорим спасибо. Ну что, хорошо, освежили тут. Подрезали, навели порядок. Сколько времени мы на это потратили? 30 дней. 30 дней. Так точно. 620 метров обновленной новой пешеходной зоны. Пройтись теперь в удовольствие. «Ремстрой» уложил здесь 1200 квадратных метров плитки и установил 1240 штук поребрика. Понедельник – новый фронт работ. Так, еще два места мы делаем на микрорайоне. В микрорайоне мы делаем стоянку около 10-11 домов, там около 6 школы. И переходим на ремонт тротуара Краснозеленых Крымска. Тоже это по просьбам жителей. Просьбы жителей – ключевой момент. Юрий Поляков настаивает, обращения анапчан не могут оставаться без ответа. Люди принимают такую политику с благодарностью. Бульвар Гоголя – еще не завершенный проект. На каждом квартале установят лавочки, а также по поручению главы города приведут в порядок газоны и добавят зелени.